Всем привет! Сегодня обзор моей мастерской. Точнее, мастерской, в которой я работаю. Это столярная мастерская. Получается, это у нас белорусский такой аппарат. Получается, он может... На него можно ставить фрезы. Фрезеровать можно. Потом просто вот как пилорама. Но я им не пользуюсь, поскольку у меня есть штуки покруче этой. Ну, аппарат очень, конечно, надежный. Получается, это у меня здесь лес. Заготовки высушенные. Получается, лес сушу я вот такой вот 18-киловаттной штуковиной. 380 вольт, 18 киловатт. Ну, он пружины какие. Они сами за себя все говорят. Так, значит, это у меня наждак, это у меня дрельки, в основном все инструменты у меня лежат в отдельном месте. И отдельное место я вам покажу ближе к весне, поскольку с крыши снег упал и завалил его. Откапывать что-то пока нет смысла. Получается, это электролобзик дремель. Так, пойдем дальше. Это... Электрорубанок DeWalt на 110 вольт. Получается, это торцовка корвет, но она у меня сломалась после недели работы. Хотя техника у меня редко ломается. Получается, это трансформатор на 110 вольт, чтобы питать америкосовские аппараты. Получается, это промышленный пылесос. Так. Это у меня здесь вот ножовки. Я их коллекционирую. У меня их раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, так, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать и шестнадцать. Так, это у меня струбцинки. Вот эти вот такие удобные струбцинки, они как, короче, вот такой пистолет зажимают по такому принципу. Силиконовый пистолет. Получается, это у меня здесь крупные прибомбасы. Это у меня вот сверла станочные, но я их переделал под дрель. Вот такой вот, блядь. Такой писюн. Так, это у меня тут ключи. Ну, хочу сказать, что это не все. Повторюсь, у меня есть еще отдельная каморка, которая завалила снегом. Потом я вам ее покажу. Там у меня еще много чего интересного. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Валентин. Всем пока.